Меньше месяца и в домах ярославцев должно появиться отопление. Сегодня городские котельные почти полностью готовы к подаче тепла. Всего областной центр отапливают 3 ТЭЦ и 56 котельных. Крайний срок получения паспортов готовности к отопительному сезону для них установлен. Это начало ноября. К слову, первые паспорта готовности после тщательной проверки котельных в Ярославле выданы теплоэнергетикам. В двух компаниях проверка уже завершена, то есть там замечаний нет, выданы паспорта готовности. Еще две компании в настоящее время проверяются, и по графику готовность этих объектов должна быть обеспечена к 1 ноября, то есть до 1 ноября комиссия проверит все эти организации. Учитывая долгосрочный прогноз погоды, в последних числах сентября там все-таки ожидается незначительное повышение еще температуры, и поэтому пока мы прогнозируем начало отопительного сезона на либо последние уже числа сентября или начало октября.